Всем привет! Сегодня у меня в обзоре трек 2019 года Checkpoint 5. У меня в обзоре он серого цвета, темно-серого, но еще он есть в природе в желтом цвете. Очень ядерном, крутом. Я надеюсь, что такие велосипеды все будут приезжать к нам в Украину. И я соберу желтенького цвета, увижу, посмотрю. И, может быть, даже буду задумываться о том, чтобы себе его взять. Рама этого велосипеда сделана из алюминия. Здесь полностью проводка внутренняя, тросики, рубашечки. Все внутри. Спрятано аккуратно. Единственный момент, который мне не понравился, то, что здесь тросик выходит и идет понаружи. Как бы эстетически я бы хотел, чтобы здесь было отверстие, полностью гидролиния проходила вперед. И так бы, наверное, моему глазу было бы комфортней. Но они здесь сделали вот такие вот интересные штучки крепления тоже очень интересно перья у него очень такие вот какие-то своеобразные первый раз я вижу такую систему это горизонтальные дропауты с натяжками и здесь даже есть регулировка по горизонту тормоза заднего втулка как вы уже видите здесь под ось Сама втулка Bond Treasure на промышленных подшипниках. На раме есть крепление под багажник. Есть крепление под крылья. Такая вот штучка такая приваренная. И вот второе здесь. На раме есть такой вот логотипчик. Трек. Подсидельный штырь на этой раме зажимается обычным вот таким вот хомутиком, не быстросъемным. Подсидельный штырь 27,2 мм. Каретка здесь установлена пресс-фит. На раме есть очень много креплений. Вот Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь болтиков только в этом треугольнике. Сверху рамы есть два крепления заглушечками закрыты. С поднизу есть крепление под бардачок. Родного крепления под подножку я не увидел. Вилка на этом велосипеде установлена карбоновая. Тоже под ось 15. -ю. Крепление вот есть. Вот. Я посмотрел, вроде как родной багажник с турингового 920 сюда может стать. Чуть-чуть позже я померяю. Очень интересно. Вот крепление под багажник или же под крылья. рулевая на этом велосипеде фирмы FSA. Она интегрированная на промышленных подшипниках. Классная, мощная, крутая рулевая. Наконец-то я дождался, что на все велосипеды, большинство велосипедов начали устанавливать промышленные подшипники в рулевую. А то насыпные уже как-то немножко, ну, не то. Передняя втулка тоже Bond под 15 ось на промышленных подшипниках. Тормоза на этом велосипеде установлены дисковые гидравлические Shimano 105. Передний и задний. Ротора под центр лог 160 миллиметров. На суппортах я заметил на колодках радиаторы, чтобы не перегревались колодки и не горели. Это очень здорово, как для такого гравийника. В основном я такое встречал на каких-то двух подвесах, там это более актуально. Обода двойные, не пистонированные, довольно широкие. Обод Tubeless Ready, но на покрышке надписи Tubeless Ready я не видел. Покрышки на этом велосипеде установлены Bond GR1 Comp. Здесь очень интересный такой рисунок, мне они напомнили э, покрышку Швальба G1. Я ее часто видел на всех таких интересных гравилах, э, туринговых велосипедах. Интересненькая такая. И она накатистая. И есть такие вот зубчики. На грунту вас будут держать. Теоретически. Система на этом велосипеде установлена Шимана 105. Шатуны здесь на две звезды. Большая 50 нижняя 34 -я. Передний переключатель тоже Шимана 105 -й. Цепь здесь установлена Шимана HG601. Не нравятся мне цепи Шимана тем, что они никогда не ставят замочек. С Рэмы на любой цепи, на самой даже дешевой, идут в комплекте замочки. И это очень удобно. Чистить цепь, ну классно, у Шимана замочек никогда не идет в комплекте, его нужно докупать отдельно. Задний переключатель тоже Шимана 105. Задняя кассета здесь установлена на 11 скоростей. Это Шимана HG800, нижняя звездочка 11, а самая верхняя крайняя 34. И у вас получается неплохой диапазон. Сзади у вас 34 звезда, и спереди самая минимальная 34. Очень удобная, как обычно, на треках обмотка Bond Treasure. Мягенькая, классная. Руль здесь установлен под 31,8 мм. Тоже такое себе. 21 век, уже 19 год. На моем эндюрансе в прошлом уже установлен был 35-й руль за эти деньги велосипеда. Тут 31,8 мм пока что. Вынос на этом велосипеде установлен 100 мм в длину и 7 градусов подъем. Пока что он перевернут. Кому как удобно кататься, можно его вверх поставить, можно вниз. Сейчас 7 градусов вниз. Возможно выноса э, другого размера на других рамах. У меня в обзоре рама 56 размера. Сидение Bontrager, модель Montrose Comp. Так на ощупь очень даже приятная. Не жесткая такое, не твердая, не дубовая. И в меру мягкая. Я думаю, на нем будет очень комфортно. Подмечу, что этот велосипед не комплектуется педалями. И хотел бы сразу же сказать по этому поводу. Такое себе, я заметил, что во многих велосипедах, которые стоят больше тысячи долларов, педали в комплекте не идут. Я считаю, что это большой минус производителя, потому что когда велосипед уже такой дорогой, вы бы могли и давать в комплекте педали. Они дешевые, самые хотя бы дешевые, там, пластиковые кинуть. На этот велосипед я бы хотел, чтобы они были с туклипсами. Потому что можно купить сходу себе какие-то дорогие топталки, а потом понять, что вы хотели бы катать на контактах. Или же наоборот, из моего опыта у меня друг купил дорогие контакты, дорогие очень файфтены с крутилкой Бо, покатался два дня и понял, что это не его, и поставил на свой велосипед гравийник обычный топталки Race Face. И прокатался, и ему зашло вот так А свои контакты, как показывает практика, свою обувь там бэушную Ее нереально как-то там продать он ее куда-то там выбросил. То есть, неприятненько. Если бы производитель давал хоть какие-то педали, ты выехал, покатался на топталках, понял, что топталки это не твое. Выбросил их, даже если они очень дешевые, их не жалко. И поставил себе контакты. Вот такое. Друзья, осталось пару моментов, которые я хотел бы сделать с этим велосипедом. Это взвесить его и обвешать его байк Мне очень интересен этот велосипед, как такой лайт туринг. Я повешу на нем пару сумочек, попробую поставить передний багажник, посмотреть, что из этого выйдет и посмотрим, станет ли оно вообще и как оно будет смотреться. А пока что интересно узнать его чистый вес. Вес этого велосипеда в размере 56, без педалей, на камерах 10 килограмм 260 грамм. Это довольно неплохой вес, как для алюминиевой рамы, как для того, что здесь две звезды спереди, переключатель, дисковые тормоза. Очень даже неплохо. Недавно я смотрел интересный велосипед, я не буду говорить его бренд. Он подороже будет, почти в половину. Там карбоновая рама, одна звездочка спереди, и там вес 9,5. Так что для такого велосипеда, для такого класса, для такого оборудования, количество оборудования очень даже неплохой вес. А, если честно, мне стало очень э, лень снимать с э, вот этого вот очень крутого велосипеда багажник. Ну как-то так и я не ставил багажник, но он туда станет, там все крепления точно такие же, как и на 920, значит тот багажник сюда подходит. И вообще сюда багажник передний становится, все круто. Вот так вот примерно у меня вышло с легким байкпакингом. Такой туринговый вел, почему бы и нет. Только вел уже туринговый такого 21 века, не хромолевая рама, многие скажут, что это плохо, что она алюминиевая, но зато вел очень легкий. Друзья, напоминаю, что этот велосипед можно будет увидеть на выставке, которая будет с 8 по 10 число в МБЦ на Левобережке в Киеве. Там будет и этот велосипед, и 920, и много-много вообще интересных брендов. Там будут вообще все бренды, которые представлены в Украине. Не только треки, мериды, которые мы продаем. Будет много-много разных других. Вы можете туда приехать, там будет интересная тусовка. Можно будет увидеться и со мной даже, э, сфоткаться. Я дам вам автограф. Конечно же, еще я не такой известный, как Брэд Пит, пока что, но еще все впереди. И хочу напомнить, что у вас есть промокод Alex, который в этом углу написан, и у вас будет 7% скидки на весь товар, который есть в магазине Ябайкер. Пользуйтесь им, наслаждайтесь, пока я жив. Цена на этот велосипед в Украине 2470 долларов. Но Скоро в Украину приедет э, его младший брат. Это чекпоинт 3. И там будет цена немножко меньше, оборудование будет немножко проще, цена на него будет 1287 долларов. Что очень даже неплохо. И как он приедет? На моем канале появится сразу интересный обзор про него. Возможно, я себе возьму чекпоинт третий. Я уже начал на него посмотреть. До этого времени я не обращал внимания вообще на чекпоинт. Если честно, я даже не знал, что он существует и есть. А, мне нравился кросс-рип. Я даже думал его брать. Но вот я увидел чекпоинт, что он есть, и задумался о нем. Но единственное, что мне в них всех не нравится, что в кросс-рипах, что в чекпоинтах, что там спереди две звезды это капец. Вот, хотелось бы, чтобы было как на Мериде Сайлекса 300, 400, одна звездочка спереди, сзади хорошая классная кассета, и это было бы бомба. А так, это единственная запчасть, которая мне там мешает, и мне она не нравится. Ее хочется сразу просто убрать, выбросить и забыть. Напишите ваше мнение, что вы думаете о таких велосипедах, как Gravel, Endurance, Циклокросс, Туринг. Э, нужны ли они вообще в природе, особенно в городе? И как вы относитесь к тому, что там 2-3 звезды спереди устанавливают, а не одну? Друзья, спасибо за просмотр. Надеюсь, этот обзор был вам очень интересен, полезен. До скорых встреч! Если вы не поставили еще лайк, ставьте лайк быстро. Подписывайтесь на канал, если не подписались. Пока!